Ехал я по деревне, как друг встретил мента. Салам алейкум, парнишка, документики свои предъяви. Это еще на каком основании? На таком ты превысил скоростной режим. Напомни, сколько тут можно ехать? Ну, 20 километров в час. А ты ехал все 40, так что давай свои документы. Ну, ты для начала представься. Капитан полиции Игорь Синяк. Игорь, а где ваша служебная машина? Это вас не касается, документы предъявляйте. Ничего я не буду предъявлять, зачем он достал ствол? Гони мне бабки, или я тебя шиморну. Ну вот, держи пятеру. Чё так мало, давай еще. Ну вот, держи десятку. Вот это другое дело, а теперь давай мне машину. Нет, машину я тебе точно не отдам. Ну тогда получай.